Так разогнался, что буквально взлетел один из петербургских водителей этой ночью. Жесткое приземление не обошлось без жертв. По словам очевидцев, на огромной скорости иномарка врезалась в бордюры и в полете срубила дерево. Легковушку закрутило, и основной удар пришелся на пассажиров заднего сиденья. Один из них от полученных травм скончался на месте. Вы говорили или уже ничего не говорили? Ничего не говорили, молчали, в шоке были. Свидетели аварии уверяют, внешне водитель выглядел трезвым. Скорее всего, предполагают инспекторы, причина в скорости, при которой легковушка стала неуправляемой. Ничего бы. Для того, чтобы потом определить, кто где находился в салоне, кто был водителем. Водителю и двоим пассажирам в этой аварии посчастливилось выжить. Их срочно отправили в больницу. Тело погибшего молодого человека оказалось так сильно зажато в салоне, что спасателям пришлось его вырезать.